Если вы слышите, что сейчас происходит на зимнем стадионе, любимец, можно сказать, болельщиков. Я видел здесь все его бои. Полуфинал очень хороший. Очень. Вот сейчас мы с вами посмотрим и сами в этом еще раз убедимся. Дорогие зрители, уважаемые болельщики, ну а я повторяю, что смотреть, анализировать, понимать, что происходит в ринге, нам помогает боксер, для которого это родной вес, 60 килограммов практически. Чемпион мира, чемпион Европы, неоднократный чемпион страны, призер Олимпийских игр Александр Малетин. Александр Иванович, ну как вот 60 килограммов, не хотели бы сейчас выйти туда, к ним? На свой вес, на свой финал. Уже не хотел бы. Уже нет, да? Уже мы лучше будем комментировать, да? Лучше мы со стороны посмотрим. Ну, давайте, попереживаем за них. Давайте, попереживаем. С одной стороны, молодой представитель, да, ханты-мансийский, россиянин. С другой стороны, действующий победитель Кубка губернатора. Как вы думаете, какой будет расклад сил? Ну, я, конечно, хочу, чтобы наш выиграл. Тем более он с нашего города Нижневартовска. Да, да, да. Поэтому, да. Может, о нем немножко расскажите, да, пожалуйста, да. Ну, а Альберт, он у нас занимался кикбоксингом у тренера. У нас тренер просто есть по кикбоксингу и преподает бокс еще. Вот. И он занимался кикбоксингом и попутно боксом. И его тренер, как бы, ну, пробовал в соревнованиях по боксу. И он все там, у него хорошо получалось просто. Выиграл городские соревнования, и так вот как бы по окружные шли хорошо. И получилось так, что он... Ну, я сразу скажу, да, дорогие зрители, у нас Александр Иванович немножко скромно представляет своего земляка. Я знаю, он не просто занимался кикбоксингом, он чемпион России в разделе Full Contact. Да. Это очень серьезный титул, да? Но он высокий, ну, вот, очень хорошо такой, да? Хорошего телосложения очень. Ну да, да. Сейчас... Дистанции может работать, да? У него очень, да, очень хорошие длинные удары бьет, да, друзья. Ой-ой-ой. Ну, посмотрим. Немножко поздал позиции. Вот, вот, вернул немножко, вернул, да. Возвращает удары, да. Конечно. Ну, видно, что еще... молодой, конечно, да. Ой, молодой, ну, просто молодой человек, даже не спортсмен, а 19 лет. Ну ничего, сейчас я думаю, что... Надеюсь, мы вернем. Да. Вот, проходят удары левой рукой прямой. И передняя тоже достает. Главное не отдавать инициативу сейчас ему. Да, потому конечно. Что только назад пойдет, все это... Ну, я хочу сказать, он сразу начинает. Вот, да. Как раз вот представители узбекской школы, я много здесь общался в ходе турнира, и с Олегом Петровичем Кузьминым, нашим известным тренером, да, заслуженным, да, и с Александром Васильевичем Зиминым. И, конечно, они единодушно говорят, что... Вот, вот хорошо. Вот, ой, смотрите, вот, да, нормально, да, да. Кроссы проходят. Вот туда. Хорошо, да-да-да. Вот еще. А там мы загибаем пальцы, очки считаем. Да, давайте, да. Давайте, сильная давайте, рука, да, да-да-да. Возьмем на себя роль судей боковых. Не промахнуться бы нам с вами. Да, да, да. Пока мы не ошибались, пока комментаторы... Вот, вот. Очень хорошо идет. Надо хорошо, не отдавать хорошо. Назад, главное, не идти. Все. Вот только сейчас пойдет. Он левша у вас, да? Левша. Они оба левши, оба да. Левши, оба да. Левши. Ну, я про россиянина. Левши с левшой тоже тяжело боксировать обоим. Да, два левши это всегда... Всегда драма в ринге, да. Сейчас послушаем. Ну скажите, а вот вы можете ему сказать, что, ну вот, посмотри на меня, как я выступал, да, ну что ж ты где-то как аргумент. Как пример. Не могу ему так сказать, потому что у нас разные стили боя, ведения боя вообще.
Нет, меня свое, у него свое. Это понятно. Я имею в виду по достижению, по самоотдаче. Нет, ну я хотел бы, чтобы нас уже кто-нибудь переплюнул. Да. Скажем так. Каждое поколение должно быть лучше и лучше, и сильнее нас. Да, сейчас тем более, конечно, по-другому уже и функциональная подготовка поставлена, да. Многие боксеры, да не только боксеры, удивляются, как можно по-другому, оказывается, готовиться, да. Сейчас уже по песку никто не бегает, да, с приятелем на плечах, да, как раньше было. Как раньше, да. Ну, по воде бегать тоже неплохо, но по морю. Вот лайвер попал. О, попал. Молодец. Ножки подкосились у этого, да. У узбекского боксера подкосились. Тяжелый удар у Альберта. Да, вроде как. И сам как бы да. Вот, пропускает такие удары тоже. Вот. У него очень хороший у него. И джеб такой хороший, да. Да, джеб, да. Ну, это, да, вот он как туда начинает свои длинные удары бить с дистанции. И все практически. И все проходит, да. Да. Главное не травмироваться, не бороться вот сейчас. Да, зачем? Не пускай близко, да, и все. Да, ну, и туда еще. Я уже начинаю, как это, подключаться полегче. Да, да, да. Потрясающая атмосфера на стадионе. Да. Легендарный зимний стадион. Хорошо работает, да, хорошо, да. Проходят удары, да. Как Альберт, хорошо. Всего 19 лет, да, 19 молодец. Лет, да, ну, еще. Ну, давайте. Нам... Опыта нет, конечно, да. Столько еще, ну, наберешься все. Да, не будем перехваливать, потому да, что да, и... потому что... Оппонент очень боец сильный, такой, да, да, тоже. Турнир большой, долго идет, практически уже пятый день сегодня. Есть, конечно, и усталость, да. Последний раунд. Надо да, давайте посмотрим повнимательней. Ровесники, да, получается. Шункор тоже 98-го года, да? Да. Главное назад не пятиться. Вот самое такое. Посмотрим, да, повнимательней. Мы так немножко, вот, да, затаили дыхание, потому что
Интереснейший бой какой-то, открытый, бескомпромиссный, да? Да, да. Ну, узбекскому боксеру не остается, как просто идти вперед, махать только. Ему, наверное, все-таки, может быть, даже... Надо встречать. Вот. О, хорошо, вот сейчас то, что вы и говорили, да? Просто прямой джеб и туда все вот еще раз, да. Работать. Ну, что там? Вот, в принципе, да? Да. Просто, да. Но эффективно, да, очень. Альберту надо встречать, конечно, кидать побольше ударов. На встречу все-таки надо работать. Останавливать его. Конечно, нас с вами ждет интересное. Мы даже немножечко с Александром Малетиным взяли паузу, потому что, да. Ну что здесь говорить, да, здесь все увидите сами. Пропускает Шульков, но пропускает и... Машу, да. Потрясающий бой. Третий раунд, я как бы засомневался. Ну что ж, я все-таки думаю, что победил российский боксер. Так, похоже. Если давайте судить, что два раунда, если наш выиграл, то третий как бы, ну... Давайте все-таки дождемся официального решения. Думаю, что разногласие должен быть. В зале стоит невероятный шум. Победа плачкам. Одержал и стал победителем Кубка губернатора Санкт-Петербурга по боксу 2018 года. Боксер из Red Corner. Красный удар. Да, собрали. Да, все правильно. Два раунда выиграли, третий туда-сюда. И... Да. Это справедливо.